Итак, мы начинаем. Учащиеся 6-й школы Бийска, которая находится в заречной части города, рискуют оказаться под колесами автомобиля. А все из-за того, что на улице Шишкова, одной из самых оживленных, пропали знаки пешеходного перехода. Сейчас там вовсю ведутся ремонтные работы, и дорожники вырвали стационарные знаки, а временные не установили. Поэтому детям приходится рисковать жизнью. Машины приехали, вот они дорожные знаки все собрали. Вот эти именно пешеходных переходов и увезли. И вот с тех пор у нас дети в школу ходят. Просто стоят у дороги и ждут, когда кто-нибудь остановится и их пропустит. Ну, то есть это реальная опасность, вот я считаю, для детей, что они не могут перейти нормально через дорогу. Как рассказывают жители Заречья, еще на прошлой неделе все было нормально. Знаки стояли, дети спокойно переходили проезжую часть. Когда начались работы по обустройству тротуаров, знаки убрали. И сейчас школьникам приходится нарушать правила дорожного движения. Получается, что на занятия и домой они идут в неустановленных местах. Отметим, что неподалеку есть зебра и знак, но к этой безопасной зоне не подойти. В госавтоинспекции Бийска нам пояснили, что вопрос постараются решить в ближайшее время. В течение 2 дней на участке должны появиться знаки «пешеходный переход». А корреспонденты Бийской медиагруппы эту тему держат на контроле. Как изменится ситуация, расскажем уже в понедельник.